Вместо проверки водительских прав или штрафа – поздравления и памятный подарок. Такую акцию в преддверии Дня защитника Отечества провели сотрудники ГИБДД для зареченских автолюбителей. Сюрприз ожидал всех, кто проезжал в счастливый час мимо площади Ленина. Напоминаем вам, что алкоголь и вождение транспортным средством несовместимы. И вот мы вам дарим такой подарок от ГИБДД города Заречного. Спасибо большое. Всего хорошего. А как вам такая акция? Нравится? Очень здорово, очень замечательно, очень приятно. Документы не спросили, а вручили подарок. Спасибо большое. Цель данного мероприятия — взаимоуважение между водительским составом и сотрудниками ГИБДД. Ну и, конечно же, поздравить всех участников дорожного движения с праздником, с Днем защитника Отечества. И мы им будем вручать сегодня призы и рюкзаки с таким логотипом «Правила дорожного движения – это жизнь», и футболки, и толстовки, и ветровки. Я думаю, что сегодня уедут все в отличном настроении.